Коллеги, я хочу вам напомнить два правила, нарушение которых нельзя оправдать даже как столкновение. Первое правило – это правило об авторских правах. Такова политика фонда Викимедии, и мы с этим делом течением нравится. Второе правило – это правило проверяемости. У нас все-таки задача создать энциклопедию с проверяемой информацией, даже вот такая хорошая фраза есть расхожая, основным критерием качества информации в Википедии является ее проверяемость. И в этом смысле правило о значимости, к которому мы столько пристегнемся, оно на самом деле вторичное. Оно сформулировано так, что из условия, что тема обладает энциклопедической значимостью, следовало, что, что по теме можно собрать проверяемую информацию. И вот от этого мы никуда не делимся. Что бы там ни говорили инженеристы, удалить, если проверяемой информации нет, заметок натуралиста по поводу обсуждения. Значит, обсуждение сейчас протекало, так сказать, на грани фола достаточно экстремистки. Надо сказать, что фон вот этому был задан, в принципе, с докладом, потому что в докладе уже сквозило личные отношения, такое достаточно определение. И вот что я хочу в этом смысле сказать. Максимально надо убирать эмоции из обсуждения. Если все те же самые слова были бы сказаны максимально бесстрастным тоном, то это было бы совершенно другое. И аргументы были бы замечены, и встречные аргументы были бы более конструктивны. Значит, здесь я хочу покаяться. Значит, у меня вот вышли как гости, я специально не зарегистрировался, потому что у меня есть учетная запись, но я там веду себя достаточно жестко. Значит, каюсь, товарищи, я просто не хочу, чтобы меня попросили не наказать. Значит, я, вот наглядный пример, что почему это сделано плохо. Но, например, в чем вина, значит, основная еще? Иногда люди специально тебя троллят, провоцируют и так далее. Когда ты обращаешься там, к администратору и так далее, ну, ребята, ну что творит, остановите хулигана, часто это остается без внимания. Например, вот ну, что остается, реагирует сразу, это война прав. Когда три отката, все сразу там блокируют и так далее. Но если бы человека блокировали или выносили предупреждение администратора по поводу там, значит, НЛО или там, электричества, значит, то дело бы совершенно было другое. По опыту права, значит, я знаю, что человек вел себя деструктивно ну, в ряде статей, и когда его просто на сутки заблокировали за неконструктив, там, значит, там, сейчас, он ушел из проекта. То есть этого оказалось достаточно, человек, ну не знаю, как это, может быть, он не разобрался, потому что его постоянно заблокировали, и так далее, этого хватило. Значит, другие специально видят, что их вот раз обращение, запрос к администратору, два, три, и остается без ответа, нет итога. Человек уже в наглую уже знает, а мне ни хрена не будет. И начинает от себя вести. Значит, надо правильно сказать, не так, не один человек может появиться в русской Википедии, как в том анекдоте. Сперва в лес заняли белые, потом их выбили оттуда красные, потом опять их выбили белые, потом пошел лесник и выхнул всех нахуй. Значит, должен быть административный комитет или как это, по этике, который бы эти дела на раз прекращал, хотя бы просто блокировал, приносил предупреждение. Ребята, это действует отрезвляюще. Я в других системах работал. Когда есть реакция, человек узнает, что кормить здесь не надо. Википедисты, в принципе, на протяжении лет работы более-менее научились решать конфликты, которые приходят из внешних мира. То есть, если какой-то исторический личность, например, они ругают другие хвалят, то википедисты и, в принципе, более-менее могут сказать, изложите в одном разделе положительную информацию, в другом разделе изложите критику. И все замечательно. То есть, эти конфликты мы решать более-менее научились. А здесь конфликт такой острый именно потому, как мне кажется, что в внешней реальности довольно сложно найти эквивалент тому, на что можно было опереться при решении конфликта между удалистами и инквизиантами. Потому что даже когда участники говорят, что в энциклопедии так писать не принято, или, например, наоборот, в энциклопедии писать принято, энциклопедий на свете довольно много, и понять, какой именно энциклопедия считается стандартным для говорящего так. Ну, для этого нужно проходить специальный анализ на 1000 энциклопедий. Аналогично, довольно сложно понять, как именно решать конфликт, потому что должно быть в Википедии, что не должно. Можно, например, сослаться, можно, разумеется, устроить голосование. Но несложно сказать, что большинство
те, кто будет голосовать, например, принять какого-то правила, не до конца, может быть, будут понимать, на какой именно статье результаты голосования будут распространяться. А если принимать правила такого обсуждения, то, как правило, это приведет к тому, что там 4-5 заинтересованных лиц будут до конца обсуждать, в то время как остальные участники будут писать статьи. И, соответственно, очень сложно судить о том, как мнение 4-5 лиц указывает на наличие или отсутствие консенсуса. И вот это одна из, мне кажется, важных проблем, которая, в том числе, обусловливает остроту дискуссии, это сложность опереться на что-то в поиске того, как именно надо действовать. Потому что каждый фактически считает, что более опирается на интуицию, что он рождал в энциклопедии, хотя понятно, что представление энциклопедии довольно размытое.